5. А же полностью 6. Да. Вот сколько воды, 7. Почти сколько воды, столько песка. Потом. 9 ложек. Ну понятно. Так это чтоб он насыщенный был. Чтобы он был насыщенный, он должен быть насыщенным. Чтобы держалось. Чай только, к сожалению, чай не очень хорошо скипел. Он должен скипеть, вот видите, чай не очень горячий. 86 калорий чай. Все равно получится. Сейчас сироп будет, все равно получится. Ну, главное, понятно, как делать, а там уже... Сейчас я вам покажу дальше. Дальше будет понятно. Нет, там не очень горячий чай. Мне сюда нужен очень горячий чай. Он, вот видишь, тут кипяток, это хороший чай. Зависит от температуры. Да, вот он зависит от температуры. Он, видишь, не очень... Он не смешивается, но все равно получится. Просто он должен быть кипяток. Mm-hmm. Кипяток, а я запросил. Чтобы растворилось. Понятно. Теперь он, можно сказать, что почти растворился. Но он должен быть кипяток. Видели, у меня кипятка нет. Тут сахар, только сахар. Mm-hmm. А потом берем вот. Заварка. Это заварка, я просто представляю, чтобы было удобно. Берем эту заварочку. Прямо наверх тихонько. Чтобы она не растворялась. Ага. Ну, все, в принципе, понятен. Но оно не растворяется. Это нормальный азербайджанский чай. Просто, чтобы удобнее было делать, я ее налила сюда. Сироп не пускаю. Вот сироп его не пускает. Вы просто ложечкой так аккуратненько наливаете. Плотность разная, и вода никогда. Вот я сейчас долью. Ничего особого тут нет. Просто плотность. Ничего особого нет. Просто смотрится для красоты. На столе есть у вас, когда придут гости, вы пару таких стаканов нальете. Люди, которые друг друга не знают, начнут спрашивать, и вот так завяжется разговор. Вот. Это просто фокус. Он никогда никуда не денется. Этот чай я заварила в 11 утра. Смотрите. Никуда не денется. Можно вот это приготовить, придут гости, налить это. Когда гости приходят, когда свадьба на завтра, вот этот чай потом потихонечку из одной кружки всем наливают, чтобы дома было сладко, чтобы невестке жилось хорошо. Вот специально вот этот чай делают. Вот видели? Он сюда, он никуда до вечера так и останется, хоть два дня. А этот нам показали, хоть сколько это наливается, он никуда не денется. Сейчас. В принципе, понятен. Вам удивлять. Фокус. Да. Давайте вы снимайте. Конечно, это нужно сначала приготовить, чтобы никто не видел, как готовится. А потом чай. Знаете, надо всем все показывать. Такие вещи, если вы что-то хорошее знаете, рассказывайте всем. Зачем секреты держать? Пускай люди делают, пускай люди радуются.